Ну, это у меня получилось, смотрите, на ДКТ 2,5 миллилитра. Угу. Сейчас я доберу еще 0,1 на 2, как раз 2,5, 2,6 получится. Удобная линейка и расфасовка, и широтой возможностей, в принципе, да? Да. Био, мезо. Эффекта не видно. Ну, вы антигистамины не забывайте назначать. Да, они сразу с супрастинчиком. Супрастинчик? Ну зачем супрастинчик? Ну, потом, ну что-нибудь посовременнее. Зачем усыплять пациентов-то? Она любит супрастин. Я только на одну сделаю. Делфаст, кларитин, цитрин из подешевле. Что-нибудь посовременнее. Не надо позориться с этим супрастином. Уже допотопный век. Сами же знаете. Реакция, да, пожалуйста? Да, и чешется, зудится, и красит. Ну там компонентов сколько, тьма тьмущая, я сомневаюсь, вот на самом деле, если так подумать, сколько в этом полутора-двух миллилитров этих всех компонентов, ну следы на самом деле будут. Витамины там, что только намешали корейцы. Сначала они преподносили... Когда вот ну, только начался, да, введение этого препарата, когда это года два назад, три назад, четыре, ну, в общем, я не помню, несколько лет назад. Ну, вот. Они вроде бы как колем, как обычный биоревитализант, ничего сверхъестественного. Потом уже начали изгаляться, то такие схемы введения, то такие схемы введения, но надо же чем-то отличаться, да, от всех. И давай извращаться. У меня одна клиентка попросила, вот начиталась, я под нее заказала. А он дешевый. И вот на ней. Больше не заказываю, не хочу я такое. Потом маски вынесут. Ну да. Все, можно найти. Спасибо. Да. Ну вот, с вас сколько стоит? И через неделю придете, через 2 недели придете, да? Ну все, вроде бы нормально. Вот здесь я синяк поставила. Ничего, тогда. Но я же знала, что он там будет, и все равно залезла. Ладно. Синяк не страшный, пройдет. Все. Красота останется. Спасибо.